почему? Мы бы смогли вообще жить, быть счастливыми, защитников наших? Знаешь, Таш, думаю, что нет. Потому что мужчины, во-первых, они помогают нам находиться всегда в хорошем настроении, поддерживают, любят, оберегают, заботятся. И в конце концов, без них у нас детей не будет. Ну, у детей-то это понятно. Но я еще могу сказать о том, что без них мы не смогли бы играть в футбол. Во-первых, без Дмитрия Анатольевича мы бы не могли играть. А во-вторых? А во-вторых, наверное, без кого? Без тренера. А тренер должен быть? Да. Ну а как? Кто тебя учить будет там? Ты показывала в Инстаграме там. Да, были танцы на мяче. Так вот, хотим представить вашему вниманию нашего тренера. Тренер наш. Мне кажется, он убежал. Можно тебя пригласить к нам? Или он сбежал? Он сбежал? Наверное, почувствовал, он очень сцены не любит. Почувствовал, что его хотят взять на сцену и убежал. У нас даже тренера нет, и тем не менее мы выигрываем. Странно, очень странно. Может, Лер, нам стоит поменять мнение по поводу мужчин? Где наш тренер? А, ему сейчас позвонят, понятно, он только по телефону отвечает. Ну, вот как обычно, сильные и независимые. Все сами. Девушки, ну когда мы вас приглашаем на сцену, все как обычно, ничего не меняется. Мы приглашаем вас сюда к нам, наших футболисток. Вы тоже не хотите?